Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я уже думала, не вернусь к теме про бабу Галю, но вы пишете, и знаете, я вижу, что и вас, и меня тоже как-то заинтересовал один, ну, такой достаточно интересный вопрос. И этот вопрос относительно бытовки бабы Гали. Ну, раз бытовку мальчики купили бабе Гали на деньги подписчиков, спонсоров, да, это было куплено именно ей. Ну и, соответственно, если это было куплено ей, то бытовка, собственно, по наследству должна перейти внукам. Ну да, так же, правда. Смотрели там они за ней, не смотрели вообще, принимали они участие в ее жизни или не принимали. Но раз бытовка принадлежала бабе Гале, значит, она должна остаться внуком, то есть самым близким родственником. И вот интересно мне, останется она внуком, или она вообще не была оформлена на бабу Галю. Потому что я вот вспоминаю тот момент, когда покупали эту бытовку. И если бабу Галю на другой какой-то объект возили, там, где, помните, Андрей носок с деньгами держал, то там, да, возможно, и было бы оформление на бабу Галю. Но там все это было закрыто. Эта контора, и все это было специально так проделано, потому что, ну, не знать, что там выходной, и переться туда, и переть туда пожилую бабушку, ну, это тоже как-то не камильфо, правда? И поэтому, когда уже покупали бытовку, то есть оформляли другую, бабу Галю туда никто не возил. И документов нам никто не показывал, на кого бытовка. Бабу Галю просто поставили в курс дела, что бытовку заказали, потом, что там какие-то задержки, потом уже, когда ее доставят. Но так никто из нас не знает. Или, возможно, я что-то упустила, и кому принадлежит бытовка, в общем-то, все в какой-то тайне. И я уже много комментариев у себя увидела именно про бытовку. Поэтому мне как-то очень интересно. И знаю, что мониторят мальчики мой канал, пристально наблюдают за мной, что я говорю, о ком я говорю. И думаю, что они все-таки ответят на этот вопрос. Куда уйдет бытовка? Понятное дело, да, что она там грязная, вонючая. Но, слушайте, все равно это такое помещение. И мне кажется, любой бы человек принял такой, да, дар или наследство себе. Почему нет? Все можно отмыть, все можно проветрить. Не до такой степени там все уделано. Поэтому какой-то такой вот интересный и открытый вопрос. Напишите свое мнение, что вот вы думаете. По справедливости, да, она должна внукам остаться? Или, в общем-то, вы бы решили ее подарить мальчикам? Ну, это так, да, чисто такой человеческо-риторический вопрос. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Ну, а больше никакого, собственно, наследства баба Галя не оставила, потому что, наверное, само наследство это была она сама. У нее не было больше ничего, что оставить внукам, ну, или родственникам. Поэтому вопрос сейчас только о бытовке. И я думаю, не только мне это интересно, и также интересно это вам. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И надеюсь, нам на этот вопрос ответят, а может и не ответят. В общем, у меня все. Хорошего всем настроения. Добра, любви, позитива. Ну и здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя и своих близких.